А в Ярославле тем временем на финишной прямой работы по капитальному ремонту кровель домов. Трехэтажка на проспекте Октября в Ярославле встретит вековой юбилей с новой крышей. Событие значимое, особенно для жильцов. Старая кровля доставляла немало хлопот. Ведра и тазики были верными товарищами жителей на протяжении нескольких лет. Рабочие вышли на объект в середине августа. Прогнившие стропила и балки заменили. Опоры установили металлические. Сейчас укладывают профнастил. Завершение совсем близко. Основному этапу работ предшествовал большой подготовительный. Он позволил избежать многих трудностей. Трудность заключалась в том, чтобы избежать протечек. Вот. Избежать протечек нам удалось созданием над кровельным покрытием шатра. Вот. Также получалось избежать у нас выполнения работ с захватками, вскрытый за смену участок кровли, закрывали. В конце кровли уже кровельным покрытием.